Народ, всем привет. Подтягиваю я в Мечково. Сегодня надо там разгрузить барахлишко после этапного, в боксе распихать, там ревизию произвести. Плюс сегодня занятия еще намечаются. На пятнашке будем долбить просто беспощадно. Вот. Но есть по ней вопрос один. Так, силовики. Сила сторис нам поможет. Такая ситуация у нас. Смотрите, какая ситуация. Пятнашка, СР-20. Влево руль кручу. Гидрач есть. Ну, мягенький, в принципе. Справа нету. Тугой руль. Внимание, вопрос. Почему так происходит? Справа гур есть, влево гур нет. Несмотря ни на что, несмотря на то, что у нас гидрач работает только в одну сторону, мы убиваем просто конуса. Едем на зацепе на максимальном по очень горячему асфальту по кругу. Наваливаем. Вот зимой все получалось у нас у Ольги. Сейчас у нас есть проблемы. Есть проблемы? Так, а у нас долгие мучительные мучения. В общем, тяжело дается у нас по-сухому. Зимой Ольга уже так наваливала, тут такие восьмерки выдавала. Сейчас пока сложно, сейчас вот приходит понимание. Так, ну мы на сегодня закончили. Знаете, что приятно? На окошке закрыл, подрубаешь кондиционер на 18. И так приятно холодочком дует, прям уже аж морозит. Это самый приятный бонус в этой пятнашке. Для обучения тачка должна быть с кондером. Все, Ольга уехала, откатались. А у нас приехали наши коляски. С первого этапа RDS-GP на вот этой вот фуре. И мы сейчас ее тоже будем разгружать, к сожалению. Не кто-то, а мы сами. Поехали. Все, сейчас, короче, пока кати нету, поэтому прокачусь на тачке. По секрету. Мешкова затачка. На Калтазе доедем. У нас операция рулевая рейка и бриллиантовая рука в этой же серии. Саня, бриллиантовая рука. Вот сейчас будем, короче, мутить, крутить, пытаться чинить, чтобы гур работал, чтобы легко все ехало. В общем, рейка снята, трубки в порядке, думали поменять вот эту штуку, но позвонил специалист, сказал, что не тратьте время, у вас, говорит, с этой стороны сальник убежал куда-то не туда, куда надо, поэтому мы сейчас, наверное, будем рейку брать с Ружольды и ставить, а эту в ремонт. Погоним. Вот. А у меня вот такая вот штука есть. Вкусная. Так, силовики. А мы едем решать проблему с рейкой. Вон у нас стоит донор временный, с которого мы сейчас реечку подснимем. Так, врываемся в бокс. Многие спрашивают за Рыжольду. Как она? Рыжольда в полном порядке. В боевой готовности 100%. Все с ней нормально. Никаких проблем кузовных у нее нет. Что делаешь, братан? Так, силовики, трудовики, рассказываю. В итоге поменяли мы рейку, сняли с Рыжольды. Ее поставили, там трубки поменяли, поставили те, что получше. И с одной стороны тягу со спейсером ставили. Так, на глазочек схождения бахнули. Гидрач вроде работает, пока еще не прокачался до конца. Видать, пузырьки воздуха есть, рывками работает. Я думаю, завтра прокачается. Мы с Ольгой как ворвемся в дрифт, как дадим с Петра по палке, да, первую. Так что... Думаю, все будет четко. А на той рейке, которая не работала, мы поменяли сверху эту фигню, где вал. И это самое. Но уже как бы ставить не стали, так что в другой раз проверим. Оно это не оно, или дадим специалистам каким-нибудь, пускай смотрят.
приветствую. Ты готов? Готов. Поехали.